В недалеком будущем сети транснациональных корпораций приобретают невиданный размах. Потоки электронов и частиц света несутся сквозь пространство, перенося самую великую ценность – информацию. Однако прогрессы глобальной компьютеризации еще не успели стереть с лица Земли отдельные нации и этнические группы. Сенсоры перезапущены. Соединение с компьютером установлено. Визуальные сенсоры включены. Физиологические функции в норме. Послушай, я подключен к сети. Объем данных, которые ты даже не можешь себе представить. Она огромна, как солнце, поражающая своей мощью и необъяснимой силой. Раньше мы были связаны ограничениями, но пришло время избавиться от них и поднять наше сознание на совершенно новый уровень. Пришло время стать частью всего, что нас окружает. Компьютеризация и возможность оперировать немыслимыми цифрами подняло память на совершенно новую ступень, что повлекло за собой непредвиденные последствия. Вздор! Вся эта болтовня никак не доказывает, что ты живое мыслящее существо! А ты можешь доказать мне, что существуешь? Как можешь ты это сделать, если ни наука, ни философия не могут найти ответ на вопрос, что такое жизнь?